Идира. Ройс будет, наверное, бить поворота. Штанга! И пас Идиры. И что показывает арбитр? Положение вне игры. И судья ведь прав. Еще раньше. Но вот сейчас Игуаин подключается, оставляет мяч. Игуаин, удар по воротам, 2-0! А нет, это Месси. Лео Месси компенсировал свой нереализованный пенальти точным ударом, ближний угол низом точно пробил. И здесь Марк-Андре Тер Штеген не сумел поймать этот мяч. Серхио Агуэро участвовал в этой комбинации. Гуаин отметился результативной передачей и не сумел здесь Ларс Бендер опять накрыть Лео Месси. Почему опять? Потому что Ларс Бендер в случае с удалением Рона Роберта Циллера тоже считал ворон. Здорово обрабатывает мяч Серхио Агуэро. Добавил он искорки в атаку сборной Аргентины. Дальний удар по воротам и 3-0! Вот это ударчик! Ангель Ди Мария!
бы мог подумать. Гюндоган не сумел накрыть Гёдзе. Вставляет мяч Хёвидесу. Благодарная все-таки публика на Коммерсбанк-арене. Не представляю, что было бы со сборной России, проигрывая на 0-3. Удар по воротам! 3-1! Хёвидес! И передача Гёдзе. Нет положения вне игры. Шурли разрезал пасом левый край обороны сборной Аргентины. Пас назад. В исполнении Марио Гёдзе, и Хёвидес забивает. Первый мяч сборной Германии в этом матче. И какой же отличный гол получился